Здравствуйте! Рада приветствовать у нас на канале. Вот и подросли наши щенки. Дверь шкурки кардигана. Они уже кушают сами. Ну, видите, как они кушают. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Так наши малыши. Пока еще не научились кушать аккуратно, поэтому каждое кормление у нас вот происходит именно таким образом. Малыши все грязные, в корме, корм пока размачиваем, потому что они еще маленькие, сухой корм не могут кушать. Поэтому они все в корме, все рыженькие, придется их отмывать. Все мы извоюкались, не знаю кто. Сейчас будем первый раз мыться, да, будем мыться. Вот мой мальчик, если он будет нехороший. Приятненько, конечно, приятно. И не страшно, тепло. Да, чистенький будет малыш, так, вкусная водичка. И мой хороший, давай, сейчас мы тебя отмоем, снизим. Грязь. Ну, хорош. Будешь чистым и красивым. Да. Будешь чистым и красивым. Не надо забежать на себя. Вот, щеночка. Вот, надо. Вот. Вот такой малыш будет красавчик. Вот такой. Чистый, красивый. Чистый, красивый. Вот такой малыш. Да. Чистый, красивый. Мордочку тоже обязательно помою. Да. Мордочку обязательно помою. Сам-то сюда полез. Вот и сюда чистенькая из-за формы он рыжий стали все. А на самом деле чистенькие, зеленькие, красивенькие малышки. Да, мальчик такой сладкий. Красавчик, да. Вот такой малыш, такой красивый мальчик. Это у нас мальчишка первый в помете. Триколор с тигровым подпалом. Вот, вот, не горит. Не горит, да? Красавчик. Кулечка, вот так, вот, молодец. Кулечка тоже будет хорошо. Вот так, кулечка. Вот молодец, вот такой хороший. Не надо прикрасить. Вот такой чистый мальчик. Вот такой чистый. Я понимаю, что тебе некогда, понимаю, да, но ничего. Вы сейчас все помоете. Такой малыш. Такой красавчик. Молодец. Умничка. Умничка, молодец. Кстати, тоже надо помыть опытом, забыть с тобой. И попу помыли, и ножки помыли, и животик помыли, да. И мордочку красивую тоже помыли. Вот она. Вот она. Это у нас второй малыш. Сейчас будет чистый. Да, малыш? Ой,
чистый мальчик. Да. Нет, у меня кошки не надо. Надо смыть все. Вот так прямо в еде ползаете. Прямо срезать руками, ногами, с головой в миску. Конечно, не все грязные. Кормите еще пока размоченные. Вот когда будет сухой, можете залезать куда угодно. А сейчас, пока он размоченный, вы все вот превращаетесь в коричневых рыжих не пойми кого. Да. Да. Такие хорошие. Нет, не надо кушать. Не надо кушать. Ты мой маленький. Ты мой хороший. Да. Вот такой красивый мальчик будет. Красивый, чистый, беленький. Да. Ты мой хороший мальчик. Вот так вот. Красавчик. Или больше научиться плавать. Нет, нет, выбираться не надо никуда. Просто сразу по нам, да. Чтобы чистый, красивый мальчик. Вот такой малыш у нас, да. Вот такой. Хочет, чтобы кончик тоже стал белый, а не коричневый. Кто сегодня в миске лежал целиком? Целиком кто лежал сегодня в миске? Нет, конечно, не ты. Все подставили, да? Да, и лапочки будут чистые. Нет, меня кушать не надо, это не вкусно. Вот, не надо пить водичку. Водичку будешь пить. Ты мой сладкий. Ты мой хороший. Да, красавчик. Красавчик. И лапочки будут чистые, да. И пудечка будет чистая. И задние лапочки тоже будут чистые, да. Да. Вот такой мальчик, красавчик. Молодец, молодец. Да, вот такой сладкий мальчик. Такой сладкий. Горенький, да, в принципе, он гуляет по лесу, не знаю, что меня ждет, поэтому я гуляю кустиком. Тебя зовут мандаринчиком, не обязательно должен быть рыжим, да? Ты в курсе? Не обязательно быть рыжим, чтобы быть мандаринчиком. Да, буду прямо измениться маленький. Но он уже не справляется вас в таких чумазах. Не вылезать ей как следует. Да. Не надо убегать, надо. Вы старательно пачкаетесь, уж прямо вот очень старательно пачкаетесь. Да. Это лучшее, что у вас получается, да? Испачкаться как следует, да. Испачкаться как следует. Залезть в месячку. Выбраться самому, потом проходить по братьям и сестрам. Они тоже были коричневенькие, да? И такое. А этот малыш у нас тоже приковорный с тигровым подпалом. Красивый. Все, красавчики. Все, красавчики.
Не надо тут пальчик. Я вам поставлю сейчас водичку. Уже большие, да, уже нужна водичка вам. Жрать мы кушаем корм, и важно, что размочили. Все равно кормим, уже нужна водичка. Да, красавчик. Красавчик. Еще попа не мыта. И лапки задние не мыта. Вот теперь помыта. Вот теперь чистенько там кругом. Стали беленькие, стали полосочки намотенькие. И носочки беленькие. Ты видишь, какой ты красивый теперь? Ну ты и так был красавец, конечно же, да. И так был красавец. Мандаринчик. Красавчик. Приятно тут водичка. Конечно, приятно бежать. Да? Приятно. Какие надо. Вот, рыжим подкалом. С рыжим подкалом, да. Давай помоем тебя. Будем чистыми, прекрасными. Да, красавчиками. Чистыми. Вот не надо. Ну что мы будем сейчас? Мы только что пошли. Вот это. Вот это. Вот это. Нет, уходить тоже не будем. Уходить не будем. Да, на подвиги. Ну так не пойдем. Что ты возмущаешься? Что ты возмущаешься? Куда ты собрался, чудо мое? Куда ты собрался? Куда ты собрался? Пойдешь грязно? Давай помоемся. Да. Водичка хорошая. Хвост он трухой, и куда-то на подвиги тебя тянет, я смотрю, да? На подвиги тебя тянут. Ну да, пойдет. Так, нет, есть мы сейчас не будем. Да, и ругаться тоже не надо. Так, берем следующую. Я кончу. Вот такой будет чистый малыш. И носичку помоем, да. И бородюшечку помоем. Не отмывается. В чем возникли? Скажи мне, пожалуйста. Да. 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 Молодец. Да, я даже вот так отмыть себя не могу. Весь пойду коной. Очень старался. Да? Очень старался почитать. Очень старался. Да? Очень старался. Не расстраивайся, сейчас все помоем. Сейчас все помоем, смоем. Самому же будет приятнее. Самому же будет приятнее помоем. Сейчас самому будет приятнее, что такой чистый и красивый малыш. Чистый и красивый малыш. Да, да, да. Да, молодец, молодец. Не ругайся, не ругайся. Не ругайся, мой хороший. Вот, красавчик. Чистый, чистый, чистый. Герой, я так люблю. Так, это
пятый мальчишка, Санта. Последний член в полете и самый крупный. Такой же триколор с рыжим подпалом. Очень красивая носичка у мальчишки. Вообще очень красивый мальчишка. А сейчас мы его отмоем. Сейчас вся красота еще больше. Ну, кушать сейчас не буду, мы сейчас моемся. Я вот специально покажу сначала, как вы кушали, а потом уже, почему вас приходится мыть. Таких нет, убегать не надо, бороться со мной тоже не надо. Не надо со мной бороться, да, не надо со мной бороться. Мальчик хороший, главный сладкий, да. Вот такой чистый будет малыш. Вот такой чистый мальчик. Красавчик. Красавчик. И попочку, да. И пузеньку, и мордочку сейчас обязательно тоже помоем. Если ты не будешь убегать никуда, да? Ты же не будешь никуда убегать. Не уверен, да? Да, не уверен. Мне пора. Нет, тебе еще не пора. Очень быстрый. Так старался. Так старался. Вот такие у нас уши будут большие, да, красивые. Молодец, мой мальчик. Да. Красавчик. Давай лапочки помыть. И грудку помыть. Да, красиво. Грудочку помыть. Да, и лапочки такие, да. И лапочки помыть. Вот это красота. Вот это красота, да. Это красота у нас растет. Да. Да, не бойся, да. Вот такой смелый мальчик, да. Вот такой смелый, да. Главное, как следует пить шампунь. Где его не осталось? Так, это самое главное, мальчишка, держишься. Да, триколорная девчонка с рыжим подпалом. Ой. Нет, убегать не надо. Не надо убегать. И у меня просто фоточку, да, сейчас будешь чистенькую. Вот она самая маленькая у нас девчоночка, конечно. Но тем не менее, как видно, шустрая. Шустрая, да, красотка. Сейчас. Давай сначала помоемся, а потом уже пойдем, да? Так, щеночек сначала помоемся, да. Помоемся. И спинечку помой, и кусочек помой. Да, такие красоточки у нас хорошие. Да. И носочка, и лапочки тоже, и грудка, чтобы была белая. Вот, красавец. Надо быть себе лапка, когда все будет замечательно. Да, когда все будет хорошо, не надо убегать. Молодец, умничка. Молодец, хорошенький. Сейчас мы положим попочку. Вот, молодец. Вот, молодец. По-моему, лапочки задние. И хвостик, что у нас будет чистый, красивый, да. А если спокойнее, да? И сразу убежать никуда не надо, когда на ручке. Я понимаю, я тоже хотела на ручке.
потихоньку. Еще нам весь шампунь, чтобы раздражение не получилось. Вот у нас детишек, да, щеночков, все равно. Очень интересный окрас на носике, мне очень нравится такой черненький, да, расходочка. Вот такая красота, да, лучше на таких сокровах. Подожди, подожди. Подожди, поспокойся. Вот шлакопое создание к нам пришло сюда. Подожди. Так, мосечку помоем. Тоже будет. Не будем мосечку мыть? Давай все-таки помоем. Давай. Вот такие ушки у нас. И лапочки. И лапочки тоже помоем. Да. И лапочки помоем. Лапочки, лапочки. И грудку помоем, помоем. Уж чистый красотки у нас. Так. Уж чистый красотки. Вот такая. Девочка чистая, чистая. Вот по всем нашим видео сразу видим темперамент щенков. Кто спокойный, кто шелопопит, кто нервничает, кто как танк. И сразу понять, кто каким будет, да? Ты будешь шелопопым созданием. Это видно. Это видно. Вот, трубой и вперед. Да. Посиди спокойно. Подожди. У всех детишек будет чистая попа, у тебя грязная. Нет, надо помыть тоже. И косточек помыть, и лапочку задеть. Вот такая красотулечка у нас, да. Вот такая красавица. Давай проверим тебе. Давай. Вот такая девочка, умничка, девочка такая. Да. Нет, некогда тебе спа процедуру принимать. Некогда тебе совсем. Может, хоть чуть-чуть? Может, хоть чуть-чуть? Нет? Все смыли, все смыли. Нужно вытирать и все. Пока вишенка грязная, но скоро она будет чистая, да. Скоро она будет чистая, пока все братики и сестренки. Вот, значит. Вот такая девочка хорошая. Нет, не надо меня кушать. Не пиши, не надо пить водичку. Вот спокойная девочка, красавица. Скажи, так приятненько, когда тебя моют, да, приятненько. Сразу чистый ребенок становится, да. Чистый, чистый, не чешется, да. Да, моя девочка. Да, моя хорошая. Вот. Ножки и хвостики помыть. Вот такая красотка. Сразу мыть 100 раз быстрее, никто не убегает никуда. Получает удовольствие от мытья. Да, нравится. Да, я вижу, что нравится. Вижу, что нравится. Вот так. И так тоже нравится.
Вот хорошая девочка, вот такая спокойная у нас чудечка, вишенка моя, вишенка, и моя красоточка. Давай лапочки тоже помоем, и вот эту тоже помоем. Вот у нее тоже хвост не поджат, она чувствует себя совершенно спокойно. Эх, ну да, неприятно. Вот. Да, чуть-чуть. На носик попала водичка, не понравилась. В то же время она не пытается никуда удрать. Ну, такая красивая, спокойная девчонка. Она у нас тоже триколорная, но с тигровым подпалом. У нас три девочки. Одна тигровая, одна триколорная с рыжим подпалом и триколорная с тигровым подпалом. Вот такие у нас красоты. Мы теперь не только красивые, но и чистые. Но это ненадолго, на самом деле. Следующее кормление. Господи, ну все. Восполню. Сейчас мы будем отмывать, да. От формы.